Привет, ребята, с вами Сани, мы на канале Мисс Сани, сегодня мы опять где? Мы приехали к бабе Марии в сад, и баба Мария уже сняла, смотрите, уже свой урожай. Готовится Хэллоуин. И вот тыквочки тут, и вот тут, а сколько малины! А могу я её есть? Давай. Ну что, Саня, пошли. Ой, а какие астры красивые, Саня. Посмотри, какие цветы у бабы выросли классные. Саня, посмотри. С этими цветочками я когда-то ходила в школу на 1 сентября. Опа, ну что, пошли собирать. Покажем. Ой, сколько на кустиках. Вот там, смотрю, баба оставила. Давай. Вау, сколько малинки! Малинки, они на вечеринке. Сани, ребята, как бы я хотела вам передать, какая вкуснятина. Наверное, мы все знаем. Ну, да. Ой, как тут вкусно. Ну а что? Смотри мне эту огромную. Какую? О, смотри. Смотри, какая-то очень огромная. Видишь такая? Ну, давай. Давай собирать. Вот тут, Саня, смотри. Знаешь, как надо собирать? Вот так садиться. Она тогда очень хорошо видна. Ну, расскажи, как сегодня в школе дела? Хорошо. Понравился этот кружок танцев? Да. Или не очень? Да. Понравился? У бабы уже весь урожай снят. Так тихенько в саду. А потом еще пойдем... Тут уже грядки все скопаны, я смотрю. А вот наша баба приходит. Что, баба? Баба прячется, она в штанах этих. Ты знаешь, не хочет показываться некрасиво. Давай, Саня, собирать. Давай. Баба. Саня ушла к бабе. А я дальше тут иду и собираю. До невозможности вкусно. Это, наверное... Самая вкусная ягода, которая может быть в саду. Ну, клубника, конечно, еще, но вообще-то ягода королева. Привет, мой свет. Ну, давай, Саня. Какая красота. Ну вот, осенние цветы. Вот сюда ложу. Саня еще взяла самокат. Мы тут по садику немножко поездим, пока баба все машину вот... Я открыла багажник бабе. Баба будет все туда собирать теперь. Саня немножко решила поесть. Вот этот очень красивый участок. Смотрите, я тоже вам покажу. Тут беседка такая красная у людей. Все, тут есть. Да. Сани! Ну, я не успела тебя снять. Давай еще. Уже что-то там немножко, какой-то только звук идет. Ну, сейчас я за ней побегу. Немножко, пусть она поедет. Супер. Ну что, Саня, пошли поможем бабуле, хорошо? Бабе Марии все сложить. Саня, да. Давай. А потом поедем за грибами. Давай. Давай. Смотри, какие баба мне на суп. Специально мне молюсь. Тут так и каша, и блины, и что-то только не выходит. Все. Не, вот с этими. Ну, давай. Давай. Баба теперь вместе занялись этим делом. Ну, давай, собирайте. Я тебе покажу, какую малюсенькую видела. Ну? Так тут малюсеньких так мало. Тут посмотри, какие тут... Идут прямо плантации ягод. А если вот так вот сесть, еще под этим посмотри, что тут делается. Ой-ой-ой, Сауля, смотри, Сани. Ой-ой. Вкусно? Это Маша. Маша? Ну да, вот точно. Из Маша и Медведь, да? Да. Баба, а достань мне вот эти три. Вот там красивые. Я ну там что, не доставаю еще. Осенний сад уже вообще. Тут калина. Вот, сейчас подойду, а покажу. Хорошо. По калиночку. Сейчас снимем. Ой. Вот калина красная, как из этого фильма. Только у бабы что-то
Она уже вся посохшая. Я не знаю только почему. Ну что? Цветочки уже тут. Астры, тут рододендра у бабы королевская. Вот это растет очень классный цветок. Суперский. Не знаю. У нас, наверное, это сады эти остались еще со советских времен, что очень все любят, и литовцы очень любят вот эти маленькие домики. У некоторых вообще, если там видно, я потом, может, покажу, если будет как такие вагончики, если видите там. Ну? А мы пойдем потом за грибами? Да, обязательно. Может, пойдем посмотрим. Есть ли, но говорит, вот баба, что нет уже вообще грибов. Пойдем, если были первые заморозки, так, наверное, уже грибов и не будет, но ну, может. Говорит, что нет уже грибов. Ну, попробуем, поедем, посмотрим. Хорошо? Да. Ну что, не за горами Хэллоуин, да? Будем готовиться. А вообще-то из тыквы очень вкусный суп получается, если знаете. Очень. Очень-очень. Сейчас пойдем посмотрим. Там Сани с бабой что-то они там разговаривают, как всегда. А я пойду посмотрю, что тут у бабы еще. Слышите, как кузнечики еще поют? Вот так. А и тут еще малинка. Ну тут уже она еще зелененькая. Вау, какие красивые цветы какие-то. Супер. Вау, что это за цветы? Я даже не представляю, таких не видела еще. Ой, а эти как выросли. Ну вот, вот такие у нас сады в Литве у людей. Ну вот этот наш прудик, что прошлый раз, помните, рассказывали, показывали. Смотрю, так тихенько уже. Вот, как красиво. Тут места очень вообще красивые, очень-очень лес вокруг. Вот мы сейчас, Аня наберет малинки, накушается и пойдем в лес. А тут вот растет у бабы, я знаю, мята. Вау, вкусный чай из мяты. Очень, вот это очень красиво, я вижу. Сейчас я оторву себе к чаю дома, чтобы было. О. Ну что, все, наверное. Поедем потом в лесочек. Ну, уже полная ведерочка. Ну-ка, покажи. Покажи ведерко. Ну что, уже супер. Уже наложила молочинка. Кушай, кушай. Кушай, Саня, потому что малина – это голова всех ягод. Там знаешь, сколько всяких витаминов. Всяких-всяких. А я вот мяту нарвала. Смотри, как вкусно пахнет. Я уже чувствую запах вот оттуда. Мята вот с малинкой. Знаешь, какой чай получится вечерком? Может, тебе в дёрг? Ой, не передать даже, да? Давай я себе тогда. Давай вот так. Не-не, я себе положу вот так в карманчик, Саня. Чтобы пахнула сама малина. Ну, давай. Ой, у нас будет коктейль такой, знаешь, вкусняшки. Да? Ну вот. Ну и все. Еще немножко. Вот. Молочинка. Мята. Мята и малинка. Приехали да. В лес. Да. И баба, и Сани. И вот, смотрите, да, маховичок маленький нашли. Совсем. Ой, как па. Нельзя! Ты что? Нельзя сырых грибов кушать, да? Нельзя, нельзя. Ну что, Сани, наверное, скажем. Ставьте лайки, пап. Всем пока, пока, пока! Пока, пока, пока! Пока, 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 мышкам. А баба еще пошла за грибами, Сани! Сани за бабой! Ну, давай я еще камеру немножко. Кого нашли? Чего? Ой, ну лес какой красивый тут! Какой красивый лес! Ну сейчас мы тут кого-то, наверное, этих найдем. Масля? И не гномиков. Гномиков найдем сейчас. Давай я тоже немножко тогда пойду тут. Что-то посмотрю. Вот кого-то я-то тут
не кого-то, а чего-то я вижу, надо говорить, наверное, да, про грибы. Ну, это какая-то, как их называют, наверное, свинушка, она уже вся-вся съедена. Вообще, у мамы в саду есть такой знаток грибов, так уже говорит, все, можете типа не ходить, грибов нету. Ой, ну какой тут лес красивый, тут только грибами расти. Жалко, конечно. Ну, мы, наверное, уже немножко опоздали. Надо было немножко собирать их немножко раньше, я так думаю. Может, уже заморозки первые были. Саня, уже, наверное, были заморозки. Что нашли? Вот поганочка. Это заячий гриб называется. Зуйки грибас. Да. Зайки гриб. Ну нет, наверное, девочки поехали. Вот тут мама, смотри, зеленка, да? Ага. Да? Вот, зеленка? Кажется. Или нет? Или нет. Тоже? Ой, нет. Фиолетовка. Ой, нет. Нет, поганочка. Поганочка. Поганочка так и зовет нас. Да? Ага. Поганочка. Так, тут как так красивенько. Ну все, наверное, девочки. Сказали, ну, пока что? Еще снимаем. Ой, на меня кто-то там идет. Я боюсь. Нет, не идет. Давай. А вдруг такой барабичок? О, мама уже все. Саня, давай прощаться. Пока! Пока-пока, ребята!